Всем привет! Сегодня мы сделаем вот такой конверт из бумаги. Вот так этот конверт выглядит с одной стороны. Если перевернуть, вот такой вид этот конверт имеет с другой стороны. Переворачиваем обратно, открываем конверт. Вот так конверт открывается. В середине можно делать разные надписи, рисунки. Закрываем конверт обратно. Делать такой оригами конверт очень легко, и его сможет сделать себе каждый. Давайте мы этот конверт сделаем вместе. Для того, чтобы сделать оригами конверт, нам понадобится прямоугольный лист бумаги размером 15 на 21 сантиметр. Это половина листа формата А4. Берем лист и складываем его на бок вдвое. Раскладываем лист обратно. Теперь боковую сторону загибаем вниз к началу листочка. Загибаем сбоку вот такой большой уголок. Равняем по нижней стороне листочка. Наводим листочек. Теперь вот эту сторону загибаем вниз к началу листочка. Переворачиваем листочек и ложим листочек по нижней стороне листа. Наводим лист. Переворачиваем лист на другую сторону. Теперь вот эту сторону загибаем к вот этой линии. Наводим лист. Теперь возле начала загнутого листочка переворачиваем листочек еще раз. Наводим лист. И теперь возле начала загнутого листочка вот этот уголок переворачиваем на другую сторону. Равняем листочек по боковой стороне, чтобы нижний и верхний листочек были на одном уровне. Наводим листочек. Перелист разверну. Вот у нас загнутый листочек. И возле этого загнутого листочка вот этот уголок нужно перевернуть под листочек. Для этого берем лист, поднимаем верхний листочек. И уголок загибаем в середину. Складываем, ложим и хорошо наводим. И теперь у нас получается вот такой конверт. И теперь конверт нужно разрисовать. Для того, чтобы конверт разрисовать, берем фломастер и делаем на конверте нужную надпись. Я написал «С днем рождения». Также делаем рисунки. Я нарисовал сердечки и букет цветов. После этого берем конверт. Открываем его. И в середине делаем также какую-нибудь надпись, поздравление. Делаем рисунок. И после этого закрываем конверт обратно. И теперь наш конверт уже полностью готов. Я надеюсь, вам этот конверт понравился. Желаю всем успехов!
Thank you.